по саратовскому времени, 17:30 по Москве. То есть в 16:00 по Москве матч за третье место, а тут на добивании преуспел Макаров, ну не до конца. Рукой снял мяч с ноги у него Иван Островский. Да, двоякое впечатление рождается от действия Островского сегодня. Не спасал в тяжелейших ситуациях, но при этом пару голов своих пропустил.